Ух ты, ё, какой дождяра! Мама ми, а что, звук? Алло, звук, гоу! Звук! Трансляция, звук! У нас есть звук. Гочи лидирует, я вам скажу, и отрывается прямо на старте от Луиса Гона. И как же это печально. Внешняя клиппинг-зона 1 пошла, Гоча вроде к ней хорошо проезжает. Луис Гоно, корректировки дикие, маленький угол намного меньше, чем у Гочи. Гоча, вторая внешняя клиппинг-зона, первый внутренний клиппинг-пойнт, выход на второй, далековато. Ой-ой-ой-ой-ой, это вот так выглядит интерконтинентальный дрифт кубок. Но, во всяком случае, у Гучи пока все нормально. Пока. Держим кулачки. Время второго заезда. Второй заезд, и теперь Гоча. Гоча второй едет, и вот она постановочка. Гоча чуть-чуть опаздывает, несинхронно ставится. Небольшие корректировки у Гочи, но лидер очень жестко игнорирует внешнюю клиппинг-зону, и все выравнивается. Это ноль. В таких условиях Гоча не настроен на сейф-раны. И он даже в таких условиях, понимая, что преимущество на его стороне, прессует соперника дальше. Но, видите, даже не сильно. Гоно, да? Гоно. Фамилия Гоно. Извините, едем домой. Итак, судьи. Судья А, судья Б, судья С. Единогласно, Георгий Чевчан, топ-8. Едем, Гоча лидирует. Аркаша его догоняет. Цареградцевый Чевчан. Поехали. Гоча. Ранняя постановочка в стиле японцев у Гочи. Цареградцев чуть позже ставится. И Гоча, красавчик, проходит в первую внешнюю клиппинг-зону. Аркаше надо бы оказать побольше давления на своего соперника. И вот что происходит, что Гочи, это что было у Гочи, такая резкая остановка, но смотрите, это зато привело его на идеальную траекторию, перекладка, везде Аркаша, везде он опаздывает. Замена ролей, Аркадий Цареградцев лидирует, Георгий Чевчан его догоняет, разгон, постановочка, что за постановка у царя? Царь вообще какую-то фигню такую исполнил на постановке, а Гоча, такая ранняя постановка, и в таком угле он летел и справился, остался на треке, да, он там конус сбил, но ой-ой-ой-ой, что это? Аркаша решил Гочу замучить какими-то заугливаниями, и сейчас говорят... One more time. Гоча проходит дальше. Россия против Японии. Поехали. Гоча лидер, Суинага догоняет. Гоча выше по квалификации, он победитель квалификации. Разгон, постановка, да, как обычно, крутая постановка. Суинага повторяет Гочу. Гоча очень близко проходит к внешней клиппинг-зоне. Суинага идет слегка по внутренней траектории, и Гочу он догнать толком-то не может. Здесь он только вроде как обозначается, перекладочка. Суинага чуть позже ее производит и опять же по внешке заходит. Ну, я вам скажу, Гоча выглядит увереннее, хорошо увереннее, и скорость появилась наконец-то. Хороший заезд. А, светофор, правильно. Суинага первый, Гоча преследователь, разгон, постановка, как обычно, крутая постановка, но внутренняя, Гоча не понял, что там с Суинагой произошло, Суинагу подравнивает. Чья это ошибка, это Гоча его там зацепил или Суинага наисполнял? Ну, здесь уже пошел типа дрифт. Гоча прессует Суинагу. У Гочи бампер отвалился. Теперь главное не потерять его до конца. Но нет, самое главное это запрессовать соперника. Перекладка. Чуть опаздывает Георгий Чевчан. Так, надо рассматривать. Результат. Судья А. Судья... One more time. Судья Б. One more time. И судья С. Гочи отдает. Они едут еще раз.
И есть старт. Гоча. Гоча должен сделать хорошую постановку. Да, издалека он таким флипом безумным это делает. Суинага не отпускает. Гоча выходит на широкую траекторию. Суинага мог бы быть поближе. Теряет слегка угол, чтобы догнать Гочу. Суинага. Перекладка. Нет, не синхронная. Не оставил себе места Суинага. Суинага подравнивается. И это преимущество Гочи. Вот Гоча хорошие углы закладывает перед финишем. Но вот Наото Суинага лидирует. Георгий Чивчан преследует. И смотрите, Суинага как насколько раньше рванул. Но Гоча его не отпустил. Хорошо. Так, теперь надо быть аккуратным. Почти та же фигня, но наконец Гоча поместился. Поместился Гоча и очень близко едет к Суинаге. Очень-очень близко с самого момента постановки. И ох ты, подравнивается слегка Суинага, хотя нечего там подравниваться, перекладка. Агрессивно и синхронно Гоча слегка внутри, но он давит, давит Суинагу дальше, перекладка, и вот уже финишный створ, это финиш. Это было быстро. Георгий Чивчан, Георгий Чивчан в финале. GT86 тоже построена в SGK. И Еврофайтер, вот это реклама SGK, а, красавчики, Гоча лидирует, куда Ивмейр вырвался, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой, Ивмейр зачем-то такое исполнил, ну, Гоча, широко, хорошо, Ивмейр, даже при таком раскладе, смотрите, и Еврофайтер может выстрелить, даже провтыкав разгон, ну, неплохо, перекладка, опаздывает с перекладкой Ивмейр. И Гоча по хорошей внешней траектории, ну, Гочи точно вопросов нет, а вот Ивмейр исполнил рваный заезд, сам себе швейцарец, 2 года катаясь в дрифте, оказывается в финале против Гочи, нифига себе. Ивмейр сейчас лидирует, постановка в его исполнении, Гоча тоже красивенько ставится за ним, Мейер по средней траектории пытается сбежать от Гочи, но не тут-то было, Гоча под подбирается близко, очень красиво, и сейчас аккуратная синхронная перекладка. Ну, если говорить о стабильности и уверенности Гочи и того и другого, не занимать перекладка, синхронные, ребята. Ну, кубка 2018 года. Георгий Чивчан единогласно Гоча становится чемпионом мира, ребят. Это чемпион, это самое официальное звание, которое в настоящий момент можно получить. Гоча чемпион. Гоча чемпион FIA. Thank you very much, Gocha. Congratulations!